На сегодня вневедомственная охрана – это самое крупное подразделение в структуре органов внутренних дел Оренбургской области. Под их защитой находится более 5000 объектов по всему Оренбуржью и порядка 20 тысяч квартир граждан. На территории области функционирует 68 групп задержания. Ежесуточно на охрану объектов, охрану общественного порядка на территории области заступают более 350 человек. За 9 месяцев текущего года сотрудниками полиции вневедомственной охраны задержано 508 граждан за преступления и более 15 тысяч граждан доставлено в дежурные части отделов внутренних дел за административные правонарушения. Таким было техническое оснащение структуры всего 10 лет назад. Свою историю вневедомственная охрана ведет с 1952 года. И за эти годы служба, начинавшаяся со сторожевых бригад, прошла огромный во всех отношениях путь. Совершенствовалась экипировка сотрудников, вооружение. На смену нехитрым приборам пришли современные цифровые технологии. На пульт централизованной охраны сигнал тревоги поступает по телефонной линии. Служба работает со всеми АТС Ростелекома и GSM-каналами. За день количество вызовов доходит до 80 по городу. То есть срабатывание тревог, нажатие кнопок тревожной сигнализации для обеспечения правопорядка и так далее. А это уже центр оперативного реагирования или дежурная часть. Диспетчера по прямой связи либо по телефонной линии передают сюда сигнал тревоги. Вот вы видите карту города Оренбурга. Она у нас поделена на районы. И в каждом районе закреплена определенная группа задержания ПЦО. На улицах и в жилых микрорайонах Оренбурга постоянно находятся 19 экипажей патрулирования. Помогают следить за правопорядком в городе и бдительные граждане. Сообщают о сумках, оставленных в подъездах и транспорте, замечают посторонних. Буквально неделю назад позвонила гражданка и рассказала о двух подозрительных парнях, долго сидевших в машине возле их подъезда. Группа у нас подъехала, опросила граждан, досмотрела граждан. В результате было обнаружено наркотическое вещество под пассажирским сиденьем в автомобиле. То есть тут вот как бы из-за бдительной гражданки раскрыли преступление. На сегодня вневедомственная охрана – это современная структура со сложившимися традициями, сплоченным коллективом, из года в год подтверждающая статус надежности и профессионализма. Ольга Курганская, Игорь Бероев. Новости дня.